Дорогой брат, друг и сотрудник на Ниве Божией, благословенный Господом, брат Дима, сегодня 2 января 2022 год. Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, и мне хочется от всего сердца поздравить тебя и пожелать тебе божественных, небесных, земных, мощных, сверхъестественных, Божьих благословений. А также мне хочется выразить те добрые качества, которые присутствуют в тебе. За то, что ты дружить умеешь верно, за деликатность и умение прощать, за титанические, христианские, стальные нервы, упорное стремление спасать, за мощный ум, за мудрые решения, которые приносят результат, за собранность, за мужество, терпение, за добрый, честный и открытый взгляд, за грандиозность и за чувство меры, за юмор, за то, что очень многое постиг, за то, что стал для нас, для всех, примером, за то, что очень многого достиг, за аккуратность и за силу воли, за осторожность, вдумчивость, талант, за то, что храбрый, неподкупный воин, за то, что редкой чистоты бриллиант. Прими от сердца мое искреннее пожелание, прими любовь и поцелуй, и пусть тебя благословит Господь своим благословением. Добра тебе, и Бог тебя храни с днем твоего рождения.